А такое у меня завтрак в последнее время, последние дни, ребят, я только так ем. Только вот так, не знаю, подсела просто. Ну, такой омлетик, салатик и авокадо-тост. Знаете, то, что я сейчас пью айс американо, несмотря на то, что уже как бы лето кончилось, уже середина сентября, это меня очень сильно радует. Это говорит о том, что у нас до сих пор тепло. Не знаю, не у нас какое-то бабье лето в Питере, у нас до сих пор плюс 20 где-то. Извините, у меня что-то вообще глаз дергается. Не знаю, почему. Я стою, готовлю, у меня глаз дергается, дергается, и сейчас тоже дергается. Не может перестать. Это все стресс. Какой-то стресс. В общем, ребят, знаете, что-то давно как-то видосов, да, не было. Пропала я и так далее. Ну что, я вернулась. У меня было жесткое выгорание, какая-то депрессия, но она уже прошла, все нормально, я становлюсь человеком. У меня вот за последние дни действительно апнулась энергия, до этого я вообще ничего не хотела, поэтому я возвращаюсь уже в норму. Я до этого говорила, что я возвращаюсь в норму, но я так поняла, что это что-то было временное. Сейчас я чувствую, что это не временное, это прям надолго. У меня действительно появилось желание что-то делать, творить, работать, жить, поэтому да, все нормально, но я думаю, что вам стоит привыкать, то, что периодически буду пропадать, так как я депрессивный человечек. Я с этим смирилась, думаю, ладно, я депрессивная, так депрессивная, все, что ж поделать, съем свой авокадо-тост. У меня авокадо немножко недоспелое, но ничего, нормально. А, я говорила, что 20 градусов, на самом деле 25, шок. Это я сейчас сижу, смотрю прогноз погоды на айпадике. И у нас тогда всю неделю будет солнце плюс 25. Ну, блин, отлично. Я так понимаю, что до конца сентября у нас будет реально классная погода. А вот в октябре будет, наверное, трэш. Боже, ребят, я в последнее время так плохо выгляжу. Я еще так потолстела. Мой жирочек. А вообще, я хотела бы признаться, у меня в последнее время кожа вообще не айс. Видите? У меня вообще все плохо стало с кожей. У меня еще сегодня глаза почему-то покраснели. Вообще не поняла, почему. Особенно правый глаз. Может, слишком много в телефоне сижу? Может быть. И сейчас, кстати, полосками отбеливаю зубы. Один раз так и сделала. Надо будет еще сегодня и завтра, то я забыла. Стала тканевые маски делать от Darling. Я вам еще покажу. Также у меня отросли ногти. Ненавижу, когда отрастают ногти. Видите? Белая полоска видна. Я не люблю, когда вот эта белая полоска видна. Меня, кстати, искусали комары, как видите, или мошки, я не знаю, что это, короче, у меня все тело в красных пятнах, я везде чешусь, но оно уже проходит, поэтому все окей. Вот сейчас хочу подстричь ногти, накрасить их, потом, ну, у меня такой прозрачный, короче, защитный, так скажем. С ним ногти выглядят клево, прям ухоженно, такой natural. И также хочу, короче, вот пощипать брови, видите, как отросли? Вот прям страшное, Брежнев какой-то. Вот такое вот у меня зеркало, как у принцесски. Давайте, пока буду щипать, немножко поговорим с вами.
О, тут столько волос, капец, как я так столько отрастила, ужас. У меня, знаете, еще брови такие, которые растут прямо на веках. Вот у меня вот века, у меня прямо вот тут волосы. Это так больно, это такая тонкая, чувствительная кожа, ужас. Вот когда вот тут убираю, и сверху вообще нормально, ничего не чувствую. Или сбоку, там вот тут, где плотная кожа, а вот тут больно. Ну ладно, терпимо, тем более красота требует жертв. В общем, я кое-что заказала для влогов. Я уверена, что вы будете в шоке. Но я не хочу спойлерить раньше времени, чтобы для вас это тоже было что-то вот прям вау. Будет оно завтра. Я уже жду 2-3 дня, да, доставку завтра будет. Честно, не знаю, как я дождусь, потому что время очень медленно прям идет, когда чего-то ждешь, какого-то такого ожидаешь, вот, но я надеюсь, что будет все без проблем, и оно того стоило. Также, ребят, я немножко сошла с ума. Да, иногда я тоже с ума схожу. Короче, я заказала себе одежды на осень, ну, немножко на зиму, ну, точнее, на позднюю осень. Без обуви, кстати, заказала на 60 почти тысяч рублей. Прикиньте, на 60 тысяч рублей почти. Заказала себе одежды, куртка, пальто, свитер, все в этом духе. Короче, все осенние такие покупочки будут в конце сентября. Но я уверена, что оно, скорее всего, не так сильно быстро пройдет. Вот, хотя уже упаковали, уже отправили. Вот, так что в конце сентября будет, и я сниму, естественно, распаковку. Там очень классные вещи. Блин, на самом деле, вот я не сомневаюсь, что верхняя одежда мне подойдет, а вот нижняя, я заказала себе две нижние вещи, я очень надеюсь, что они мне подойдут. Тем более, я сейчас потолстела, и у магазина разные размерные сетки. Я даже когда по размерной сетке заказываю, у меня все равно, блин, бывает, не подходит. Что это такое? Почему так? Не знаю. Вот это моя боль, знаете, вообще. Очень сложно найти вещь, которая бы хорошо сидела, которая нижняя, да, часть тела, допустим, джинсы. Очень сложно найти джинсы. Это пипец. Почему я вот накупилась на такую большую сумму денег, да? Это потому что, ребят, я вот себе вообще ничего не покупала в последнее время. Я вообще не закупалась. Вот последний раз я закупалась в Лайме на 20 тысяч рублей. Но я там купила чисто базу, знаете, футболочки, что-то вот такое, знаете, которое я, ну, не так часто ношу. Они мне еще стали большие, у меня сейчас одежда вся стала большая. Мне ничего, блин, не подходит, все выглядит на мне ужасно. Как бы это ни звучало, меня это полнит, как бы это ни звучало. Поэтому, ну, все-таки, извините, 10 килограмм скинула. 10 килограмм, это до хрена. Нужно закупиться. Плюс у меня нет осенних каких-то вещей, у меня нет вещей на выход. Короче, я бомжара лютая. В пальто своем, знаете, сколько я хожу уже? 4 года. 4 года. И с не больше. Плюс я хожу свои... Пуханы я себе тоже давно не покупала, лет 5, наверное. В своих кроссах белых я тоже 1000 лет уже хожу. Я себе уже давно ничего не покупала, короче. У меня даже короткой куртки нету, чтобы вы понимали. Ну, короче, трэш. Вот, поэтому я заказала. Я надеюсь, что все подойдет, не надо будет ничего перепродавать, делать эти возвраты, потому что я ненавижу возвраты. Дай бог, все будет хорошо, молитесь за меня. Реально, лишним не будет. Сейчас я буду заниматься тем, чем я занимаюсь всегда, последние дни. Это такая массажная штука, короче, у меня болит сейчас вообще все. И знаете, у меня не всегда есть время вот брать все эти коврики, расстилать, вот это ложиться. Короче, это тупо лень. Поэтому я ролл просто храню тут внизу, возле дивана. Я просто вот так у стенки встала, вот так вот помассировала, поводила, и такой кайф, ребят. О-о-о-о. И прикольно, что не так больно, так как я не всем своим большим весом, да, ложусь телом, а просто вот так вот давлю и вот так вот делаю. Еще ноги качаются, знаете. И вот так вот я стою по несколько раз в день. О-о-о-о! Кайфово. И около поясницы самое кайфовое, потому что у меня в последнее время болит очень сильно поясница. Когда я долго немножко сижу, все, у меня поясница просто отказывает. Вот даже я сейчас сидела, просто бровью себе пощипала, и у меня уже заболела поясница. Это кайф реально. Вот так вот встала несколько секунд, и массаж, и растяжка, и кровообращение, и все на свете. Короче, очень советую реально. Не надо вот всякие там коврики расстилать, там переодеваться, вообще супер.
Ребят, вам, наверное, интересно, что это за ролл такой, еще черный, стильный. Так вот, это массажный ролик от компании Starfit. Это российский производитель спортивного инвентаря для занятий дома, на улице, в тренажерном зале. У них продукция производится из технологичных и современных материалов. И это реально так, я испытала на себе. Ролл вообще очень мягкий, он очень такой эластичный, я даже не знаю, как объяснить, вот только нужно его вот так вот пожамкать, попробовать, да, только тогда поймете. Но при этом я чувствую, что он крепкий и прослужит довольно-таки долго. За этот влог вы еще не раз услышите, как я буду вам жаловаться на боль в спине, на боль в пояснице, конечно, дело в мышцах, потому что у меня... сидячая работа, я очень много сижу, у меня мышцы забиваются. Знаете, я еще такой любитель посидеть криво, а не прямо, и за счет чего у меня мышцы ноют еще больше. И действительно, мне массажный ролл очень сильно в этом плане помогает и спасает меня, и помогает прорабатывать все мышцы спины. Ну и не только спины, также я очень люблю прокатить ноги, ягодицы, потому что все это тоже забивается, сами понимаете, сидячая жизнь, да, сидячий образ жизни, и я вам рекомендую действительно от чистого сердца взять массажный ролл и тренироваться. Ролл на самом деле компактный и легкий, небольшой. Можете просто поставить его в угол, и он будет бросаться вам в глаза, и будете как раз вот вспоминать, что нужно прокатить, немножко спину размять, да, как-то мышцы подрасслабить. И вот как раз будете заниматься. И образуется вот такая полезная привычка. Мне больше всего понравилось, что у ролла продуманная анатомическая форма, что реально воздействует на мышцы, но не наносит вред позвонкам. Ну и, конечно, устраняет боль в мышцах и исправляет осанку. Также у меня для вас есть скидка 10% по моему промокоду SAHAYANA10, действует до 26 сентября, поэтому торопитесь, и все ссылки будут в описании под роликом. Переходите и оздоровляйтесь. А мы продолжаем. Ребят, смотрю такая ютубчик, и мне просто попадаются в рекомендации какие-то квадроберы. Братишкин смотрит меня бойко, унизил квадробершу. Кто такие квадроберы, я не понимаю. Что за сленги такие? Постоянно новые слова придумывает кто? Я не понимаю. Знаете, кто такие квадроберы? Напишите. Вот просто лежит целыми днями и кайфует. Вот мне бы так. Я завидую своему котику. Меня очень часто спрашивают, я покупаю кимчи, я покупаю во Вкусвилле. Именно вот такой вот от GC Foods, да, это корейская компания вроде бы. Я первый раз покупаю. Мне понравилось, но очень мало граммовки, поэтому лучше покупайте кимчи, которые от Вкусвилла. Тут картинку вставлю, вот. Моя рекомендация. И у меня вот такой прекрасный обед, очень сбалансированный, кимчи, курица и баклажан с бататом. Это я еще вчера запекла. Вот, очень быстро и очень сытно и вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, я уже доела свой ужин, теперь хочется десерта. Я сейчас подсела на мороженое бомбар. Вот просто беру, видите, несколько штучек. Сейчас. Вот такой вот мой фаворит. Без добавления сахара, шоколадная крошка со вкусом пломбира. 174 килокалории. Вообще очень сильно рекомендую, супер вкусное мороженое. Так, я подготовила всякие штучки, которые буду использовать сейчас на ногтях. Миссия, кстати, очень все любит, уже полез.
Моим пилкам уже 1000 лет, не обращайте внимания. Мне очень стыдно. Это что обкусал месьешка. Вот, он любит грызть эту пилку. И потому что она, наверное, мягкая. Вот, я никак не могу купить новую, как будто бы забываю. Ну, она вроде бы рабочая, да, история. Так что пусть будет. Немного качества говно, но потерпите. Я просто снимаю на переднюю камеру, чтобы себя видеть. Так будет удобнее. А то, когда на заднюю, я себя не вижу, очень долго выстраиваю кадры, мне лень. Ну, короче, блогерские штучки. Тут месье грызет мой микрофон. Нельзя, нельзя, все, уйди. Не знаю, видно или нет. Боже, посмотреть на эти коротенькие малышечки. Вот это я понимаю. Вот это кайф. Сейчас вот таким вот соус формула, средство для ухода за ногтями. Нанесу. Оно прозрачно, быстро сохнет. Самое то. Я включила уже свет и накрасила ногти. Сейчас сижу, жду, пока это все подсушится. Это, конечно, все быстро происходит, но все равно надо ждать, чтобы не было никаких штучек. Пойду прогуляюсь, подышу свежим воздухом и вернусь. Я нагулялась, находилась, аж где-то 4-5 тысяч шагов сделала возле дома. У нас действительно до сих пор лето, но при этом темнеет очень рано уже. И у меня есть такое ощущение, как будто я гуляю где-то по Черному морю, где-то в Краснодаре, потому что там тоже, я помню, вечереет очень быстро. При этом тепло очень. Из-за того, что еще рано ложиться, я походила. Я что-то проголодалась, и я решила что-то покушать. Надо что-то, наверное, легкое, поэтому я съем как раз творог, йогурт, который у меня есть. И красный режу бананчик, и это будет очень сытно, вкусно, сладко, вообще топчик. У меня есть вот такой вот творог 5%, вот такой вот высокобелковый йогурт. И вот такой вот бананчик. Я, скорее всего, еще поделюсь месье с творогом, с йогуртом, потому что он это просто обожает. Так, ребятки, я сейчас кое-зачем схожу в пункт выдачи, оно только пришло, и приду и вам покажу, что мне привез курьер. Что за коробочка, что за пакетик, что там. Очень долгожданная, сама ждала, поэтому я быстренько сейчас схожу и все вам покажу. Я только что пришла домой, у нас так жарко, на самом деле, в Питере. Я даже удивлена, что у нас сегодня сентябрь, как будто бы на дворе октябрь, пью водичку. И я хочу есть, пообедать. У нас 4:30 сейчас, вот, поэтому я быстренько сейчас тоже сделаю себе что-то покушать. Буду смотреть на фоне Куплинова. Вышла вообще новая игра, сейчас покажу вам. Игра называется The Casting of Frank Stone. Вот интересно, буду смотреть. Вообще люблю Куплинова смотреть, сейчас, пока я что-то делаю или ем. Такие у меня приготовления. Рисовая бумага, курица, моцарелла, творожный сыр, огурчик, морковка, салат. Все это буду заворачивать. Сейчас будет ням-ням-ням-ням-ням. Фрэнк Стоун. Фрэнк Стоун на самом деле убивал людей на сталелитейном заводе? Вот, блин. А может, лучше не стоит? Вопрос как-то очень сильно волнует. Сэм Грин взял Стоуна.
А еще он в тот день... Поэтому я здесь. По крайней мере, он мог бы не обращаться со мной, так что... Здесь? Ну, не знаю. Здесь. Доверять, короче, людям, эти попы на все. Не знаю, если бы у меня был такой большой магазин, за которым я бы не мог следить и уходить куда-то в подсобку, мне кажется, мне было бы стрёмно. Кто знает, что от этих подростков можно убить? Боже, что за прекрасный обед. Просто посмотрите, какие толстенькие, большие товарищи получились, очень вкусные. О, не терпится покушать. Не будет, так что, если тебе интересно... Вау, даже очень. Но... А мой папа? Пиздец. Наконец-то, ребят. Та-да-да-да-да. Все, что ради чего я ходила... Из-за этой коробки я теперь бомж. Я целый месяц буду сидеть на дошираках. Вот реально, финансовая грамотность вышла из чата. Хотя вы замечали, что сейчас даже дошираки очень дорогие. Даже тот же Ролтон стал очень дорогой. Так-то. В давние времена это была какая-то бомжатская дешевая еда, доступная еда. А сейчас это, если честно, более-менее для обеспеченных людей. Странная коробка. Она реально странная. Я ее открыла. С горе пополам. Так. Такой вот пупырышка, пупырышка. Боже, вы только посмотрите на эту малышку. Я взяла себе DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Господи. Я о нем столько мечтала. Я об этой покупке думала 1000 лет. Реально 1000 лет об этом думала. Стоит, не стоит. Я просто поняла, что мне уже необходимо. Чуть позже расскажу, почему. Блин, опять открыть не могу. Ну сколько можно? Я уже, конечно же, посмотрела 1500 обзоров. Как же без этого? Какая-то коробка. Что тут? Скорее всего, зарядное устройство. Чтобы вот тут вот держать камеру. Для нее. И тут можно также хранить линзу, тут для микрофона, и тут еще дополнительно можно, если ты купила линзу какую-нибудь. ND-фильтры они называются. Вот. Блин, такой приятный, такой матовый, такой шелковистый, бархатный, блин, супер. Вообще очень тактильно приятная штука. Ладно, давайте дальше. Самое главное, конечно же, это сумочка. О, боже мой, смотрите, это стиль, как же это стильно все выглядит, дорого, вот прям, о, такая-то косметичка, она такая приятная, ребят, вот вы бы потрогали, честно. Ладно, давайте откроем сумочку, господи, как же я долго этого ждала, кстати, она увесистая, такая довольно-таки тяжелая. Ой, посмотрите, все тут лежит. Я просто не верю, если честно. Я так ждала, боже. А, давайте по чуть-чуть. Давайте все раскрою. Все так пахнет, все так новенькое. Так приятно. Боже, DJI, они просто, блин, это просто, действительно, они прям запариваются. Это прям, я прям вижу. Также есть такой вот микрофон DJI. Мне самое понравилось, что этот микрофон, он такой вот прозрачный, видите? Все видно, что внутри, чипы, и это так стильно, это так со вкусом. Но самое главное, что этот микрофон не нужно подключать через какие-то вот эти, так как он беспроводной. Ребят, давайте скипнем этот момент, потому что я вам криво-косо там 500 лет объясняю, что этот микрофон подключается напрямую к камеру, и никакие ненужные танцы с бубнами, и что это очень удобно и классно. И также... Что тут? А, угу. Это такая линза. Она делает более картинку шире. Ее нужно устанавливать лучше, когда вы вот так вот снимаете себя, идете, чтобы больше обзора сзади там брать. Вот, я его сразу сюда положу. Блин, ребят, настолько все качественно, все упаковано, все сделано, вообще кайф просто. Я такой же кайф ловила, когда распаковываю там iPad, iPhone, вот что-то такое, MacBook, когда свой распаковывала, такие же были эмоции, у меня раньше был MacBook. Так вот, это магнит, это для микрофончика, вот этого вот. Знаете, вот неудобно, когда есть только вот эта вот штука, видите, цеплять, да, вот так вот, неудобно. Есть такая одежда, которая, ну, не хочется мять, да, еще что-то. Поэтому вот есть этот... специальный, короче, магнит для этого.
вот так вот под одеждой, вот так вот делаете, и все, и не надо использовать вот эту штуку. Такая вот тренога, чтобы удобно было вот так вот ставить, тоже очень полезная штука на самом-то деле. Господи, все так настолько качественно, я действительно в шоке. Вот уже идет батарея. Такая вот батареечка. Так это выглядит. Ну и, конечно же, сама камера, господи. Как же долго мы к этому шли, да? Господи, она такая маленькая. Я просто в шоке. Она супер маленькая, ребят. Смотрите, это моя ладошка. У меня даже ладонь больше этой камеры. Я в шоке. Я реально в шоке, ребят. Просто посмотрите. А, тут написано, как повернуть экран. Ладно, давайте сейчас включим. Ребят, я уже включила, просто забыла заснять вам. Поэтому для вас чисто заново сидела. Господи, какой же он удобный. И громкий. Надо звук вырубить. Так, ребят, я уже камеру активировала. Сейчас надо карту памяти, оно без нее не работает. Ребят, если вы думаете, что я неправильно вставляю, то не... Я правильно все вставляю. По инструкции. Надо еще жестче, походу, прям туда. Пумс. 56%. Нифига себе, нормально это по зарядке. Так, что тут джойстик делает? Это еще джойстик, ребят. А это что? А, это запись. Поняла. На айфон не передает картинку, но качество вообще огонь. Огнище! Другому не скажешь. Я очень довольна. Ладно, давайте сейчас буду в настройках этих разбираться, сидеть, смотреть. Увидимся с вами позже. Месье! 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 А, вот так вот активируется, нифига себе. Вот эти вот истории. Капец, эта камера сложная, к ней надо привыкать, реально учиться. Но мне нравится качество. Но качество просто огонь. Я не знаю, как это будет выглядеть на ютубчике. Как это будет выглядеть... Не знаю, где это, на айпаде моем. Но тут на экранчике качество просто отпад. Просто вау. Вау! Я в шоке. Посижу, поковыряюсь еще. Я думаю, что я начну сейчас влог продолжать реально снимать на эту камеру, потому что она просто супер. Кстати, я забыла. У меня же остался мороженое и творог. И банан. Я буду сейчас это делать себе творожок. Мне кажется, это будет вкусно. Ладно, я уже наигралась с камерой, сейчас доем и, наверное, буду смывать макияж, ложиться спать, увидимся с вами завтра. Мне кажется, я и так очень много сегодня наснимала, да. Так, ребятки, как видите, я в ванной, я решила вам записать night routine. Я давно ее уже не записывала, хочется вам показать, чем пользуюсь. Только вышла с душа, тут еще до сих пор звучит вода. Сейчас я буду сушить зубы. Спросите, зачем? Потому что я сейчас пользуюсь зубными полосками. У меня вот такие вот полоски. Брала в золотом яблоке. Самые обычные. Я как-то пользовалась ими по рекомендации. Мне очень сильно понравились. Такую длинную наношу наверх. Верхний ряд зубов.
Да, все выглядит смешно. Я еще полотенце стягивает голову. Я вообще как китайоза. Вот так вот. Ребята, я не знаю, как так, но я потеряла просто файл с тем, как я наношу себе тканевую маску от Darling. И, ну, там ничего особо интересного, я просто нанесла тканевую маску. Делаю вот эту, ставлю на экран и вот сижу, жду, пока пройдут 20 минут. Ура! Время вышло. Поэтому все снимаем. Кстати, у этой жилешки нет остатков, как у тканевой маски. Как будто бы все увлажнение реально уходит в кожу. Не знаю, не могу понять, у меня кожа реально стала лучше как-то. Полоски. Так, убрала я остатки. Вау! Зубы реально стали белее, видите? Просто этот желтый налет, который от кофе, вот это все, он пропадает. Я, если что, делаю эти полоски редко, когда как. В общем, когда я вижу, что действительно много стало желтого этого налета, краски, так скажем, да, я сразу покупаю полоски и 3 штуки делаю для профилактики. Эффект, конечно, не держится слишком долго, потому что я пью кофе, черное, да, напитки. Ну а так все равно улыбка становится белее. Досушатся волосы и ложусь спать. Так что увидимся с вами завтра. Всем пока. До завтра. В общем, я очень долго не пила энергетики, но тут уже как-то это хочется прям. Я реально давно не пила. Можно иногда себя побаловать, я так думаю. Ох уж этот таурин, который я давно уже не ощущала. Несмотря на то, что у нас тепло, у нас в Питере плюс 20 и выше, у нас нет влажности, нет дождей, но при этом я стираю одежду. Я ее выставляю на балкон, на сушилку. И почему-то одежда не сушится. Она сушится 2 дня, и то не хватает этих 2 дней. И одежда почему-то иногда даже пахнет, знаете, вот этой вот сыростью, вот этой вот чем-то. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. И почему-то одежда не сохнет. Почему? Я не понимаю. У нас есть солнце, у нас тепло, у нас нет повышенной влажности, у нас нет дождей. Но при этом одежда очень плохо высыхает и впитывает в себя вот эту вот влажность, да? Вот. В чем проблема? Я решила поесть Нескик, давно его хотела. Вспомнила детство, как говорится. Нет, Нескик реально тема. Очень вкусно, с бананом, молоком особенно. Я не знаю, то ли из-за того, что у меня волосы стали длиннее и тяжелее, соответственно, да, они у меня еще такие, знаете, ну, тяжелые, в общем, азиатские волосы. Я постоянно крабиком сейчас пользуюсь, потому что резинки дерут мои волосы, мне не нравится, я по крабикам. Но прикол в том, что из-за того, что я постоянно делаю крабик, и тяжесть вот этих волос, все, у меня все это давит, и у меня голова такая тяжелая, знаете, и у меня зачастую как будто начинает даже голова болеть от этого. И я вот думаю, если с такой длиной у меня такие проблемы, что будет, если они будут еще длиннее? Поэтому я иногда вот так вот их распускаю, чтобы просто голова отдохнула хотя бы 5 минут, знаете, вот без, ну, не с, без сбора волос посидеть. Мне, в принципе, они не сильно мешают, поэтому да. Сразу такая ностальгия, знаете, воспоминания про детство. Ребята, всем привет! Привет! Я уже сходила в душ. У меня скоро занятие. Пойду на здоровую спину. Мне позвали в центре. Вот, далеко, правда, ехать, но что ж поделать. А, меня, кстати, обсыпало прыщами. Я вчера вот давила. У меня сейчас отекшее очень лицо, как всегда. Знаете почему? Короче, я вчера перед сном ночью очень захотела съесть бутербродов и соленых огурцов.
Поэтому я наелась, поэтому я вот так вот выгляжу. Любим себя такими, какими мы есть, да? Я тут уже подготовила все для завтрака. Сейчас буду варить, парить, все это делаю. Кофе быстро себе делаю. Подсела на банановое молоко. Заказала себе буквально недавно. Прикольная тема, что чисто черное не пить. Ну, иногда хочется с молоком, знаете, иногда хочется черное. Вот всегда по-разному. Вот. И также я очень давно, кстати, этот сыр не ела, творожный альметто. Я забыла, насколько он охрененский. Вот. И он очень вкусный, кстати. Поэтому сейчас буду готовить себе завтрак. Я, если что, не слушаю иностранные песни, английские популярны, потому что авторские права будут. Ой. В общем, вот такой вот салатик. Короче, ребят, вот такой вот салатик, хлебушек с творожным сыром, немножко соли добавляем, чтобы безвкусно не было. И также я обычно добавляю какой-нибудь соус цезарь, но я решила на этот раз добавить масло МСТ, потому что, ну, соус цезарь тоже надоедает. Тут видите, какое горлышко вообще неудобное, вот так вот оно выливается, постоянно ёмое. У меня есть еще такая огромная банка смеси для салата, семян. Давно не добавляла, что-то захотела, сейчас добавлю. Так, яйца варятся, все в порядке, жду, пока пройдет время. Знаете, это песня, которая просто официально всех достала. Это гламур. Ты гламур. Ой, это кофе, он запахло вкусно. Господи, как же это классно. Так, яйцам еще 5 минут осталось. Гламур. Блондый гламур. Сейчас, подождите. Мне тут по работе просто написали еще. Ужас. Так, ребятки, вот такой вот у меня прекрасный завтрак. И такой внезапный интересный факт про меня. Как видите, тут нет айфона, да, моего телефона, чисто айпадик. Потому что я смотрю YouTube и ем. И чтобы меня не отвлекали, я не отвлекалась, типа и так далее, я айфон всегда выбираю на зарядку, либо где-то там лежит, короче, на диване, чтобы я просто не смотрела в этот экран, не пялилась. А на айпаде у меня нет уведомлений, вообще ничего, поэтому я могу спокойно сконцентрироваться на еде, да, и посмотреть ютубчик, расслабиться и поесть. Вот. Не люблю, когда во время еды меня отвлекают. Кстати, еще вот про камеру DJI Osmo Pocket 3 хочу добавить немножко отзыва после использования вот нескольких дней, да, вот для снятия там шортс я уже снимала, плюс я вот влог на вам снимаю. Что хочу сказать? Камера супер классная, честно, супер классная, стоит своих денег. У нас наценка продается, но она того стоит. Но что хочу сказать? Есть два минуса. Первое, очень хрупкая камера. Если вы хотя бы один раз уроните нормально так, то все, минус камера, честно. А в других камерах, мне кажется, есть еще варик, там поменять, да, линзу, там как-то спасти устройство. Тут вряд ли такое будет, минус реально камера. А второй моментик, это, скорее всего, то, что очень быстро садится зарядка, и камера реально греется. Но вы, конечно, не ощущаете нагрев, так как вы за ручку держите камеру, а греется она сверху. Вот, где экранчик, да, грубо говоря. Вот, и вы это не чувствуете, вам не дискомфортно, и камера за счет того, что она нагревается, она не лагает, вообще ничего с ней не происходит, но она реально греется. И мне кажется, если в жару плюс 40 вы будете в Тае, например, и снимать влог в Тае, то мне кажется, у вас камера может погнать. Ну, не знаю, но это нужно уже тестить, но она реально греется. Вот, и то, что зарядка заканчивается быстро, честно, зарядка просто тает. Я, конечно, записываю 4К в 60 кадров, возможно, дело в этом, потому что я в 4К записываю, но я за качество, херли, а чё, если не в 4К? Зачем я тогда покупала такую камеру, да, дорогую? Вот, хочется хорошее качество, да, чтобы вы 2К на ютубе смотрели. Но я не знаю, кстати, ютуб пропустит у меня в 2К или нет, ну, посмотрим.
Так вот, на айфоне я тоже записывала 4К, но у меня батарея, зарядка не так быстро заканчивается, честно, даже учитывая, что я телефоном активно пользуюсь. Там, конечно, батарейка помощнее получше, чем на этой камере, но все равно на этой камере действительно быстро заканчивается зарядка. Но тут еще плюс, то что в наборе, особенно который я взяла Creator Combo, там идет в набор, получается, Powerbank, такая ручка, которая присоединяется к камере. Если зарядить камеру на 100%, зарядить Powerbank на 100%, то действительно вам вот этого вот заряда хватит, в принципе, на целый день. Пока я ем, что делает месье? Спит. У нас тут уже солнышко выглянуло, прям кайф. Сейчас уже 10:30. Сейчас начну собираться. На самом деле так необычно, как-то даже странно ощущается, что я поеду очень далеко в центр, 1,5 часа ехать ради занятия спортом. У меня что, начинается эра Clean Girl, Z Girl? Кстати, а чем отличается Z Girl от Clean Girl? Объясните, пожалуйста, в комментариях, я почитаю. Так, ребятки, я собралась, накрасилась, даже немножко уложиться успела. Не знала, что надеть, на улице непонятная погода, но оделась как-то так. Вот такой у меня outfit of the day. Серая кофта, джинсы, пиджак и вот такая вот сумка. И все. Я не знала реально, что надеть, поэтому очень-очень быстро надела. Главное, чтобы мне не было жарко. Все, я побежала, то я уже опаздываю. Ой, ребят, в общем, приехала, поднимаюсь на 3-й этаж пешком. Так вот, я знала, что у меня топографический кретинизм, но он развился за то время, пока я сидела дома, и успела 500 раз потеряться. Не знаю, почему так. Ой. Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Ребят, я только-только зашла домой, только приехала, я так устала, у нас такая жара, вы не представляете, я не знаю. Это была ошибка мне тепло одеваться, потому что у меня была кофта на молнии, еще снаружи у меня был плотный пиджак. Надо было под пиджак надеть футболку, майку, что-нибудь такое очень легкое, тонкое, либо вообще без пиджака, просто быть в этой кофте серой и все. Сейчас я буду, короче, готовить. Сделаю себе немножко брокколи. Помидорки черри. У меня есть уже готовый тут вареный рис. И также у меня остался один такой бургер растительный для веганов. Короче, это вообще тема. Я уже поела этот бургер. Я снимала шортс, что я им за день. И там и этот, ну, есть этот бургер. В общем, отличный вариант вместо мяса красного. Вообще супер. Я вообще мясо не ем, как вы, может, заметили. Я и белое мясо очень редко ем, потому что мне курятина, индейка уже надоела. Я могу фарш там еще поесть, да, еще что-то, но это редко тоже. Возможно, кстати, из-за того, что мне мяса не хватает, я начинаю жрать всякое говно.
maybe, maybe, белка типа не хватает. Вот, поэтому не знаю. Но, в общем, этот веганский бургер просто во, готовится очень быстро, он очень сочный, он вкусный. Возможно, немножко жирноватый, просто на сухой сковороде его жарьте, вот и все, не надо масло добавлять. И это очень быстро. Ну и вкусно, как я и сказала. Короче, рекомендую, если вы увидите, попробуйте. Это как настоящее мясо, вы не отличите. Если вам не сказали бы, что это растительное, вы бы даже не поняли. Я вам гарантирую. О май гад! Как же это выглядит вкусно! Все ями, ями, ями! Если честно, я думала, что это будет выглядеть более эстетично. Но это выглядит как какая-то похлебка в столовой. Такое чувство, как будто я давно не ела брокколи. Котлетка просто божественна. Особенно с этим соусом барбекю, знаете, который ппшный. Ура, 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 ура! Еда пришла. В общем, не знаю, у меня, видимо, какой-то стресс, какой-то вообще непонятный, да. И Куплинов тут на фоне. Заказала себе морс малиновый. Тут у меня фастфуд. Ой, боже, просто только не ругайте меня, реально. Я сама знаю, что это все так херово. Ну, что ж поделать. Вот такой вот картошка фри. И тут бам! Это бургер с ананасом, с говядиной, мой любимый. Я обожаю Гавайи, все, что касается ананаса. И у них также просто топовые соусы, они сами их делают, это не покупные. Взяла горчично-медовый. Ну, хоть нормально салфеток положили, знаете, вот нормальное количество. Это бывает такое, одну штучку кладут, я не знаю, кому одна салфетка помогает. А тут хотя бы несколько штучек. Вроде бы морс они тоже сами делают. Он кайфовый, он не такой сладкий, поэтому я его обожаю. На самом деле я не голодна, я реально не хочу есть особо, но я хотела чего-то вредного. Вообще я в этом видео планировала взять себе в руки, но что-то не получается. Ну просто посмотрите на это. Не знаю, видно вам или нет. Короче, тут у меня ананас, курица там. Это из-за соуса выглядит не так аппетитно, но это очень вкусно. Видите, тут мясо и ананас. Вообще люблю Гавайи. Люблю гавайские всякие пиццы тоже. Кстати, скажите, пожалуйста, как вам качество съемки? Как вам новая камера? Как вам видос? Буду ждать обязательно ваш отзыв, фидбэк в комментариях. Обязательно напишите. Здравствуйте, друзья! Сейчас следующий день. И опять отекшая. Но я не ела вчера перед сном. Это из-за того, что я очень плохо спала. Сейчас вам об этом еще расскажу. А, смотрите, какое у меня какое-то красное пятно появилось. Но это не прыщ, это ничего, это не аллергия. Что это такое? Откуда это красное пятно? В общем, так как у меня в последнее время повышена тревожность, я сейчас пытаюсь меньше пить кофеина, если честно. Может, по мне не видно, но я реально пытаюсь. Я до этого пила еще намного больше, когда у меня была депрессия. Смотрите, когда у меня была депрессия, у меня падал серотонин, и ты хочешь его повысить, из-за этого тебя тянет на всякие там сигареты, алкоголь, энергетики, кофеин, да, вот это вот, на вредные, короче, какие-то привычки. Но так как я не курила, не пила вообще ничего, меня прям стало тянуть на энергетики.
Я очень много кофеина пила. Это нормально срабатывало, так как во время депрессии у меня тревожки нету. Во время депрессии я больше как амеба, да, вот, нет энергии вообще. А сейчас наоборот, у меня есть энергия, я на подъеме, как бы я более такая эмоциональная. Я думаю, вы даже заметили по этому влогу, что я действительно вернусь более-менее в норму. Вот, но за счет чего у меня повысилась тревожка. И на фоне этой тревожки мне реально бывают иногда галюны, знаете, когда бывает немножко с ума сходишь, короче, это норм. Это вот как прошлой ночью, во-первых, еле-еле уснула, не могла уснуть вообще никак. Хотя я очень хотела, я очень устала вчера, я очень хотела спать, но я не смогла уснуть, очень долго валялась. Еле-еле уснула, и буквально через 20 минут, короче, просыпаюсь резко из-за сна. Мне, короче, приснилось, что я что-то забыла в своей квартире. Я возвращаюсь, я открываю свою дверь квартиры. И у меня начинает... У меня в коридоре просто пробегает какой-то маленький мальчик, смотрит на меня из серии, что-то забыла. Потом прибегает месье, короче, в коридор, встает рядом с... этим, с мальчиком, а у мальчика лица нет, если что, вот, я, типа, это чувствую, что он не рад мне, и месье начинает, знаете, вот так вот прям рычать, знаете, как это, как собака, и начинает превращаться как будто волк, знаете, что-то такое, типа, в оборотня, короче, я не знаю, существо какое-то, я резко в этот момент слышу, что мне прям в ухо кто-то шепчет. Ой, прям жестко шепчет, типа вот прям реально по-настоящему как будто бы. В этот момент я вот так вот резко просыпаюсь, короче, и вы же понимаете, когда ты такой дерганный, типа тебе сердце стучит, я вот так вот резко просыпаешься, типа буквально через 20 минут. И я поспала, наверное, да, где 20 минут, но ощущалось как будто долго. Я сразу, мне сразу как будто бы, знаете, полупаничка, я не знаю, полутревожка, типа, и я резко такая испугалась из-за этого, и я вот думаю, если мне кто-то шептал прям в ухо, значит, месье, походу, что-то там рычал все-таки, да, ну, как это, как коты, и я, возможно, во сне это услышала, и, возможно, реально там это, и у меня есть, знаете, постоянно паничка по поводу моего балкона, то сейчас лето, нараспашку все открыто, окна открыты, типа балкон открыт всегда, типа, потому что иначе дышать невозможно, в моей студии воздуха не будет. И у меня постоянно паничка, что туда кто-то залезет, что там кто-то проникнет, да, вот. Любой человек может проникнуть реально, кто шарит. Я еще живу, знаете, не на 15 этаже, а чуть пониже, как бы, да, и можно, если что, через трос спокойно пройти. Реально можно. И по итогу я прям, у меня почему-то страх про это вот постоянно. И мне постоянно кажется, что у меня кто-то есть на балконе, что там кто-то всегда мне шепчет, там что-то говорит, там кто-то проникает. Не знаю, у меня всегда какая-то фобия на эту тему есть. И во время тревожки это обостряется. И мне постоянно кажется, что кто-то проник, кто-то там стоит, кто-то разговаривает. Вот, и мне было страшно, из-за этого я еле-еле встала, короче, с кровати, очень вообще, не издавая ни звука, подошла, короче, к балкону, а это было ночью, если что, подошла к балкону, убедилась, что никого нет, и все, и легла спать, успокоилась более-менее, короче, долго не могла опять уснуть, и, ну, по итогу уснула. И мне опять снились какие-то сны, короче, но я уже не просыпалась, и поэтому из-за того, что я так плохо спала, у меня стресс... из-за того, что адреналин так скачет ночью, знаете, вот, бывает, потом я отекаю, как тварь. Ну вот, неважно. И у меня бывает также с коридором. Типа, я вот лежу, сплю, и у меня реально тоже мания какая-то, вот, думание, что в коридоре кто-то стоит. Обокрасть меня хочет, убить меня хочет. Вот такие у меня мысли бывают иногда. Но я понимаю рационально, что это невозможно. Двери никто не открывал, типа, и так далее. Но это, знаете, это просто, ну, страх какой-то. Он просто есть, типа. И у меня из-за этого на фоне этой тревожки, страха, у меня начинает, типа, просто с ума башка сходить, и у меня бывают глюны такие, типа, реально вот параноидальная какая-то херня, короче. Вот у меня прям реально паранойя начинается, что там кто-то стоит, типа, вот так вот. Да, вот так. Ой, самое моё нелюбимое, это когда ночью лежишь, спишь, и тебе звонят домофон. И этот домофон просто орёт, блядь, на, не знаю, на весь дом. У меня, я просто свой слышу вот это, и резко просыпаешься со страха тоже от домофона. И очень тяжело потом тоже уснуть, там еще что-то. Утро началось, конечно, не с кофе, блин, далеко не с кофе. Так, ребятки, я уже сделала себе омлет.
творожный сыр с хлебом, рукола. Сейчас нарежу помидорки черри, заварю себе кофе. Сейчас подсела на банановое это молоко. Потом добавлю вот это вот масло в салат и бальзамик. Вашему вниманию мой самый прекрасный завтрак. Очень, конечно, сытный. Прям и полезный. Лайк, лайк, лайк. Мне очень хочется выпить кофе. Я вообще ем одно и то же, мне не надоедает. Я не знаю, как это работает. Возможно, в один момент я подумаю, что я всего этого переела. И вообще не хочется. И не смогу вообще на это все даже смотреть. Вот. Но пока что такого нету. Знаете, что я поняла? Вот прям только что, что я эту камеру завязала, все использовала, да, все попробовала, но микрофон, который идет в комплекте, ни разу не попробовала. И я не знаю даже, работает оно, не работает, и какой у него звук. Вот. Я видела, очень многие возле рта прям держат и разговаривают, так как он какой-то не такой громкий. Вот. И у меня он висит тут. Я вот посмотрю, какой будет звук. Он как бы слышно. И тоже напишите в комментариях, вам нравится без микро или с микро. Вообще с ним ходить постоянно проблематично, хотя очень легко он подключается к камере. Вот просто включили микрофон, вот тут есть кнопка, и все, и сразу подключается моментально, что очень удобно. Вот, допустим, в других моментиках, когда я вот, к телефону, допустим, подключала беспроводной микрофон, я его всегда подключала, потому что у айфона динамик просто полное говно, вообще ничего не слышно. И звук херовый, то тут это очень быстро, что очень удобно, и я реально вот лишний раз благодарю DJI, что они создали такую камеру для блогеров, это просто топ, реально, просто топчик. Идет беременна 16, Кузьма и Юлик, новый сезон, второй выпуск. Так, я уже смотрела его, я просто пересматриваю, потому что выпуск, конечно, кринж, угарный, и я смотрела у Ильдара вроде бы. А, я сама посмотрела этот выпуск, и вот смотрю реакцию, как бы второй раз пересматриваю. Сейчас сколько времени? Сейчас у нас 8:38, а сейчас буду еще монтировать сегодня это видео, потому что оно выходит завтра. Я ничего не успеваю, там столько материала. Я сегодня целый день потратила, угадайте на что, чтобы просто перекинуть файлы с телефона на iPad, потому что я на iPad монтирую, через AirDrop перекидывала все. И скачивала видосы, которые записала эта камера, так как они... О, почему она записывает 1080? Я оставила 4К. Пусть записывает 1080, потому что я поняла, что 4К это классно, это очень качественно, это супер. Но эти файлы, это видео весит просто 1 000 000 ГБ. Я перекидывала 1000 лет. Вот знаете, вот с обеда я с этим занималась, вот сейчас уже 8:30. С 3 я занималась перекидыванием файлов. Я потратила, получается, почти где-то 5 часов. 5 часов потратила на то, чтобы просто перекинуть файлы, представляете? Я буду делать что-то очень быстрое и вкусное, поэтому я вытащила рисовые... Как их называют? Листы? Да, точно, листы, рисовые листы. И также добавлю творожный сыр, немножко зеленушки. У меня очень мало, на самом деле, этого. Помидорки у меня тут есть, потому что это будет вкусно с творожным сыром. А в белке будет вот такой, вместо белка будет вот такой вот чикен. Я делала уже обзор в ТГ-канале, если что, на эти консервы, так скажем, из курицы. Вообще, это реально тема. Поэтому заходите, посмотрите отзыв. Мне кажется, это идеальный ужин, берите на заметку, очень все быстро, вкусно, сытно, сбалансированно, ппшно, что еще сказать, ну, круто, классно, что? Очень пахнет тушенкой, но тушенка это тема, иногда ей хочется, вот видите, вот у меня покраснение, очень все чешется, и еще плюс у меня тут месье меня поцарапал сегодня, короче, вот прям где мой укус, и прям тут рана глубокая от месье, типа он поцарапал, когда игрался, и, короче, я вот думаю, надеюсь, не будет никаких там бактерий, заражений, и очень надеюсь, что я не умру. Да, будем молиться вместе с вами, и не заболею каким-то бешенством, а может у меня уже бешенство, не знаю.
Та-дам! Такой вот спринг-ролл. Вау! 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 Мой спринг-ролл. Если честно, я бы добавила еще огурец с соломкой и также морковку с соломкой, сырую морковь. Мне кажется, было бы еще вкуснее, чтобы можно было что-то хрумкать. В общем, лайк. Ладно, ребят, я на этом буду заканчивать это видео. Всем спасибо, кто смотрел. Давайте увидимся в следующем видео. Следующее будет реально классное тоже. Все, всем пока-пока. Пока-пока. На-на-на-ра-на-на-ра-на-на-ра-на-на-ра-на-на-на.